Че, всем здорово. Знаете, сегодня я ес вот такие мармеладки. Прянички, прянички, прянички. Кофе, кофе, как всегда. Вот у меня еще в баночке. Малинка. Вкусная малинка. Хотите, угощайтесь. Да, Виталик, ты прав. Я знаю такую загадку. Гром гремит, земля трясется. Это мой сосед, срать несется. Да. Клубника последняя. Больше в этом году не будет. Что надо? Иди, иди, смотри. Ну что, отведаем пряничка, да? Называется северный. Ну так себе. Я не фанат пряников. Грибочек хотите? А вот эти мармеладки вкусные. Особенно с клюкой. Это типа ананаса, что ли. Вот так вот. Мне грибочек больше понравился. О, миска. Миска, миска, стык, мой трусишка. А что Иринка? Иринка сегодня сварила варенье. Вареничку. И смородину. И с черной смородиной. Такое вкусно получилось на зиму. А. Иринка захотела еще сосиску съесть. Вкусно. Кстати, Ирина, которая там пишет, сейчас повторяю, Костылёва. Мне нравится, не заходи, ёб твою мать, сколько раз говорила. По-твоему, кто живёт на камеру, все её повторяют? Так, королева публимили, что ли? Защитник нашлась. Еще один тебе закрыть два кабачка вынесли. Вот такие. Вот так вот. Я покажу. О, дали какие вы видите, в огороде кабачки выросли. Супер-пупер, да?
Это один. Можно его будет пожарить. Вот это второй. Один колобок, другой дистрофик. Вот так вот. Тот маленький, пухленький, а этот похудее и подлиннее. Угу. Какие колбачочки, колбачочки. Вот так вот. Еще у меня там огурцы растут, вот такие небольшие. Небольшие вот такие огурцы. Яблоки вот такие растут уже. Вот так вот. Бабушка! Вот так вот. Ну ладно, на этом, короче, всем пока-пока. Ринку там уже звонят, ждут. Все, съем последнюю вашу вот эту штучку. Вот. Вот. Блин, слиплась, зараза. Ну что, пока-пока.